Всем привет! Вы на канале Лара Let's Play. И я напомню, чем мы с вами занимались в прошлый раз. Мы я сжег поля. Жаль, я не видел, как они горят. Поля. Твой отец не просто сражался за народ, брат. Он хотел защитить эту землю. Это место — часть каждого из нас. А Мите этого не понять. Да. Мы снова поучаствовали в споре. Нам было предложено выбрать здание Амиты или здание Сабала. Амита хотела опиумные поля прибрать к своим рукам, чтобы якобы как-то развивать Кират. А Сабал говорит, что нет, это не наш путь. Мы должны действовать честно, иначе не будем ничем отличаться от Пейгана. Вот, и я с ним согласилась и выбрала его задание. Пришла и сожгла тут все поля. Вот, собственно, и все. Теперь давайте переместимся в ближайший аванпост. Куда там? Ну, давайте сюда, какая разница. Амита, первая признанная женщина-боец Золотого Пути. Я не спорю, она боевая. Такая беспринципная. С характером. Вот так, так, боеприпас пополнять-то нам с вами надо. Даже продать нам есть что. Быстрая продажа. Да, кстати, почему я ею не пользуюсь? Кто мне скажет? О, теперь... Что там? Так, вот это задание возвращения на аванпост, оно абсолютно неинтересное. Постоянно снова, в общем, отбиваешь... Аванпост заново, как будто ты его и не захватывал. Вот, ну там какие-то очки опыта дают. Ну, в принципе, собственно, все. А что у меня? У меня же вроде три листа должно быть зеленых. Ну да ладно, собственно. Что я хотела? Я хотела сейчас отправиться... наверное, вот... Не сюда бы поближе. Мне нужны... Нужно освобождать вот эти вышки... Давайте вышечками займемся. Аванпосты это, конечно, круто, но тут рядышком аванпост. Ну, можно... Хотя можно вот этот. Какая разница. Ну, тогда едем. Где ж тут маска? Ну что, вниз? Подожди. Получилось? Да. Ну уж не подфартило. Опять нам ехать.
Может быть, стоит заняться этим аванпостом, не знаю. А, охотник. Да. Возможно, будет не так просто. Давайте с этой стороны посмотрим. Ой, тут есть слон, смотрите. Он что, закрыт? Я вот что-то не понимаю. Слон, тебя заперли? А, да. Как его освободить? Выстрелить в замок, я думаю. Ой. Так, чё там? Будем очень аккуратно. Это далековато как-то. Джай, не выдыхайся. Опа-на. Они еще не убили слона. Ух ты, мне же интересно. Что происходит? Что? Не все еще, да? Ура! Как хорошо. Теперь можно поменять оружие. Слоник остался жив. Класс. Где-то здесь. Ух ты! Ну, чё, не могу-то прийти? Чё я застряла где-то? Мои верные охотники, сегодня у меня особая просьба. Один из моих людей крадет припасы и выпускает свою собственную продукцию «Океанский бриз». Это недопустимо. Его-то показательно наказать. Он представляется как Джей, но это не настоящее имя. Я хочу, чтобы вы его выследили, как обычного зверя, затем доставили ко мне в Шанат. Начните с Ашрама Агари. Спросите там наркоманов, они знают, где его искать. Нур. Какого-то чувака еще. Так. Надо выиграть войну. Я бы вот пополнила боезапас. Они забрали мою дочь! Помогите! Что случилось? Прошу вас! Опять око за око. Ах. Что, не надо ничего пополнять? Кто-нибудь, помогите! Не то будет поздно! Ой, прям так и хочется мне помочь. Пока мы не можем помочь животным. А потом будет поздно. Ладно. Едем дальше. Нет тут никакого транспорта интересного, не? Так, едем с вами дальше. Что там навык, по навыкам у нас? 5 очков. Убийство на транспорте. И уровень кармы, да? Ух ты, что это? Серия убийств?
Мягкая посадка от падения, меньше урона. Ночное вечернее время нахождения под водой, использование... Давайте этот возьмем. А, вот это надо. Убийство гранатой. Пока так. Родители жили тихо. Овощи воротили. Где я? А, вот еще туда надо бы. Как раз рядом вышечка. Ой. С этой войной нам такого не встретит. Поехали. Мы добрались еще до одного его поста. Мне постоянно хочется забраться куда повыше, чтобы нас с вами не заметили. Так. Не видно тут ничего больше. О, смотрите, у них тут волк есть. Можно волка выпустить? Да, стемнело совсем. Ничего не видно. Ну, их тут явно не трое. Потом было бы неплохо, если бы сейчас рассвело. Мы с вами еще куда-нибудь обойдем, не знаю, может быть, постик. Что было? О, мама! Там волки, однако. Мне как-то стрёмно. На них тоже волки напали, или что? Запах. Ай-яй-яй. Не хватало еще, чтобы они не заметили. Конечно, мне уже, в принципе, без разницы. Мы не получим этого бонуса. Ничего страшного, правда? Просто хотелось меньше экшена. Oh!
честь. Блин. Они подкрепление вызвали. Что, не долетела ваша ракета, да? Мы уже идем к вам. Ой, да идите. Меня здесь вообще никто не достанет. Я боюсь, что я никого не достану. Что это было? Леонтия. Где они уже? Ну и что? Да блин. Блин. Где вы, товарищи? Where are you? Это что? Огнемётчик-пулемётчик. Интересно с вами. Вы это понимаете? Есть. Там же еще подкрепление прибыло, верно? О, смотрите. Блин, походу я не просто не достаю, да? Ладно. Ну что, я тут больше, наверное, никого уже не смогу засечь. Он еще. Блин! Что, далеко что ли? Кто остался? Я просто не достаю. Есть. Кто еще? Животных распугало. Ну кто там еще? Кто, правда? Всех прибью. Кого смогу, конечно. Вали, ты мне мешаешь. Ой. Опять подкрепление? Да вы задрали, правда? Мы уже идем к вам. Ну да ладно. Мы идем с востока. Это где? Не отсюда ли, не? Мне аж прям интересно. Хочется встретить гранатой, так сказать. Ой. Это и все подкрепление. Все, мне кажется, патроны кончились, да? Ой-ой-ой.
Ай-яй-яй-яй. Да, плохо. Это очень плохо. Мама! Если у меня сейчас закончатся патроны, это будет не весело. Ой, не весело. Ну что так долго? Я надеялась быстрее отсюда аванпост. Короче, другого выбора как бы не особо у меня. Блин, где я застряла? Никакой пощады! Блин, быстрее! Вперед! Скорее! Убейте их до единого! Дороги.
Нормально. Я же говорю, в принципе, это сейчас уже не столь важно. Я открыла те навыки, которые хотела открыть. Поэтому, по сути, можем уже какие-то задания не выполнять и не придерживаться каких-то определенных правил. Они убьют меня! Я хочу жить! Будешь ты жить. Опять это задание освобождения заложников. По сути, тоже можно, в принципе, не выполнять. Вот. Да я вам посты тоже не столь обязательно, просто я так удобнее. Когда много точек перемещения, так действительно удобнее. О, смотрите. Опа! Я не могу плакат найти. Плакаты я срываю, да. Где ты? Пропаганда. Что? Уже нельзя выключить все. Я реально... Так, все, теперь моя задача — это мышка. Поедем к вышке. Ох ты! Вот это реально круто! Зеленых листов я прямо не могу не взять. Куда ты поехал? Так, едем. О, ладно уже. В принципе, можно было помочь. Карма-то все равно нужна, правильно? Нам нужны очки кармы. Чем больше, тем лучше. Там какой-то навык откроем. Ну да ладно, раз уже я так нацелилась на радиовышку, то надо туда ехать. Давно мы с вами вышки не открывали. Безумно полезное занятие. Так, ну и? Ага. Там еще какая-то локация неизвестная. Давайте наш моторолик тут оставим. Что за локация? Поняла. Там же нет никаких ходов, дверей. Не. Вроде как нет. Тогда вылазим отсюда. Все.
Так, возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся. Социальной гармонии. Ну? Да, молодец, Джей. Давай, 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 давай. Ух ты ж, ну блин, катакомбы прям. Нельзя попроще как-нибудь. Все получится. Отлично. Это что? Ух ты, смотрите, как мы с вами сразу в ушечке оказались. Ну, здесь его нет.
Вроде как он тут должен быть. Не знаю, не знаю, ладно. Это слышали. Без разрешения преступления. О, смотрите. Если вы видите, как кто-то перенастраивает вышку, сообщите ближайшему солдату армии короля. Да озарит вас в ответ, Фейган. Да озарил, озарил уже. Мне понять. О, я попала. С каждым разом вышечки все интереснее и интереснее. Например, куда сейчас? Сюда? Ага. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Патрули армии короля служат вашей безопасности. Уступайте им дорогу и не делайте резких движений при их приближении. Что я тут делаю? Всем приказам от патрулей армии короля нужно повиноваться немедленно. Да, конечно. Отказ от повиновения повлечет суровые последствия. Ну, про последствия я согласна. Может, он запрыгнет сейчас сюда? А. Тоже интересно. Ну, по сути, что он может запрыгнуть? Да ладно. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Я не знаю, что делать. Вот эта дырка зачем-то. Наверное, что она зачем-то нужна. Я вообще не понимаю. Смотрите-ка, как все интересно. Так, а дальше? А, дальше как раз сюда. О, как хорошо мы рядом. Объявление от Министерства дали. Давайте сразу посмотрим. Меня интересуют животные. Так. Может быть, какие новые животные? Ой, пока ничего нового не вижу. Те же кабаны, медоеды, собаки, тибетский волк. Может быть, тогда вот эта вышка? Но это уже в следующий раз. На этом мы с вами закончим. Спасибо за внимание. Пишите комментарии, подписывайтесь. Мне будет интересно почитать. Вот, а встретимся мы уже с вами в следующей серии.
пока не знаю, что будет в следующей серии, поэтому всем пока!